сказать. Эмиль Нургалиев, игрок, который забросил сегодня одну из шайб в ворота Орлана. Эмиль, ну, на твой взгляд, как протекала игра, что не получилось, что получилось? Ну, первые два периода мы проиграли и по счету, и по желанию. На третий период вышли немножко по-другому. Третий период выиграли. И будем стараться третий период переносить на завтрашний игру. Играть желанием, играть в тело, выигрывать начали. Ну, в первых двух периодах, откровенно сказать, вообще мало что получалось, да, вот тотальное превосходство Орлана. Какие слова были сказаны в раздевалке для того, чтобы переломить все-таки, вот, выйти на третий период и сыграть другую игру? Ну, тренера дали побольше мотивации, так сказать. Немножко нас в головах перенастроили, вышли на третий период, мы совсем по-другому играть. Спасибо, Игорь.